Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня у меня без вложений букс, Бузинус букс называется. Значит, регистрация здесь простая, думаю, разберетесь. На почту вам придет письмо с регистрационными данными. Вход по логину и паролю. Логин — это ваша электронная почта, а пароль вам пришлют на почте. Скопируйте и вставите этот пароль их ней. И все данные эти, там все сохранить. Значит, здесь более, в общем, 14 видов заработок. Заработка, просмотр сайтов, чтение писем, прохождение теста, выполнение заданий. Ну, здесь все прочтете. Значит, чтобы был доступен просмотр сайтов, вам нужно в настройках указать пол, мужчина-женщина, дату рождения, ну и все такое. Значит, что у нас дальше? Просмотр сайтов. Как просматривать здесь рекламку? Тут очень все так, это такой вот своеобразный букс. Значит, вот это у меня просмотрено. Вот видите? Вот. И тут отсчет времени, когда будет доступен. Здесь довольно-таки жирно. Посмотрите, и по 6 копеек, и по 4 копейки. Мне выпадало по 7 копеек даже. Я просматривала. Вот у меня вчера уже кликала, работала очень поздно. Вот у меня 63 копейки. Так, сейчас покажу, как просматривать серфинг. Вот тут у меня все просмотрено. Значит, смотрите, вот это все здесь не кликабельно. Вот в каждой рекламке будет вот такие вот красные, как бы вот буквы красные, да? Вот именно на эту, вот на эти нажимаете, на красные, вас перебрасывает на страничку. И идет отсчет времени. Так, таймер. И смотрите, вот здесь, кликайте здесь. И нужно угадать количество звезд. Вот нажимаем кликай здесь. Кликаю. И должны мы угадать звездочки. Один. И вот тут спряталась вторая звездочка. Нажимаем на цифру 2. Все, нам просмотр засчитался. Возвращаемся. И вот таким вот образом просматриваем рекламку. Я только на рекламе. Я в задания не лезу, их вообще ненавижу. Потому что там просят регистрироваться. Нафиг надо. Так, это я вам сказала. Теперь что? Партнерская программа. Вот здесь пригласить рефералов. Значит, партнерская ссылочка. Значит, ссылка на главную страницу, ссылка на страницу регистрации. И здесь далее идет контекстные ссылки, как бы баннеры, да? Так, повыше. Так, бонус для услуга автореферал, приветствие. Это все мои рефералы здесь будут отображаться. Продать на аукционе можно. Далее что? Статистика сервиса. Моя статистика. Так, секундочку, сейчас рекламку свою закрою. Ну, давай грузить быстрее. Так, скрываем рекламку. Значит, статистика здесь вот у нас. Значит, вот здесь даже вот, смотрите, рейтинг. Вот у меня уже 4 рейтинга. Значит, рабочий счет у меня 64 копейки. Рекламный счет — это у меня при регистрации было. Как бы это наша статистика. И вот здесь как бы тоже информация идет. Так. Так. Покупка рейтинга, внутренняя почта, чат, мини-блог. Ну, тут все. Значит, сами просмотрите. Заказать выплату. Значит, минимальная сумма к выплате на WebMoney составляет 1 копейка. Комиссия 0.8%. На Яндекс деньги 5 рублей. Комиссия 0.5%. На Киви 5 рублей. Без комиссии. Для Payeer 1 рубль. Комиссия 0.95%. Вот. Ну, тут тоже как бы посмотрите все. Будет что выводить. Я, конечно, сделаю видеообзор по выводу.
Вот, ну, в принципе, тут сами все посмотрите. Главная игра новости о нас. Топ выплаты. Помощь, корзина, выход. Значит, 40 наиболее крупных разовых выплат сервиса. Здесь вот кто выводил крупные суммы. Далее 40 последних выплат. Вот на Яндекс. Так. Дата 1.02. Вот сумма по 11 рублей. На Payeer. Как мы видим, идет выплата на WebMoney, Payeer. В основном. Ну, вот такой вот бокс. Кому интересно, пользуйтесь. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.